театры, где показывают балет. Но есть такие дома волшебные, особо важные для людей, где побывали мы все, наверное, где получают отцы детей. Там на всю жизнь называют Верой или Мариной, или Петром. И потому в жизни самый первый и самый главный родильный дом. Ноября 2012 года в этом роддоме родилась у меня дочка Настя. Весом 3200, рост 52 сантиметра. Сегодня 20 числа их выписывают вместе с мамкой домой. Все ждем. Я рада, у меня родился мой мизинчик, самый маленький человечек. Это у меня третья внучка и есть еще внук. Внук у нас есть. А теперь у нас есть и внучка. Мы очень-очень благодарны тебе. Спасибо тебе за твои труды. И надеемся, что ты будешь у нас здоровенькая вместе со своей Настюшкой. Желаем тебе всего хорошего. И Насте тоже. Это Юлечка, поздравляем с Настюшкой. Желаем здоровья вам, счастья и всего-всего доброго в жизни. Пупсик, спасибо тебе огромное. Теперь у нас в семье полный боевой комплект. Есть мальчик, есть девочка. Будем растить, помогать. Поздравляю вас, доченьки, Настюша, растите большими, здоровыми, не болейте. Надеемся, только радость. Ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется, ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо. На ресницах солнце играет, и душа полет начинает. На земле ты самый лучший, пусть об этом целый мир знает. Ну а я просто рядышком буду, за своим счастьем следом повсюду. Мои сбылись мечты, со мной рядом ты. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мой путь. Прикрывай, что в сердце бьется, ты моя нежность. Моя награда, и без тебя мне ничего не надо. Как же одиноко было в мире без тебя. Все, чего хочу я жить и умереть любя, лишь бы в твоих руках, глядя в твои глаза. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо. Ты мое счастье, ты мое солнце, ты мое тук-тук, что в сердце бьется. Ты моя нежность, моя награда, и без тебя мне ничего не надо.
И без тебя мне ничего не надо. Девочку оставили, вот получается, что девочка это самая.